Приморское отделение ДОСААФ России организовало бесплатные занятия по основам военной подготовки для приморцев. Записаться на курсы может каждый желающий 14 лет и старше. Слушатели будут изучать общевоинские уставы, заниматься строевой и физической подготовкой, знакомиться с основами тактической инженерной огневой науки, военной топографии, медицины, радиационной, химической и биологической защиты. Равняйсь! Все налево равняемся. Смирно! Голову подняли, гордо смотрим вперед. Вольно! По словам директора Департамента внутренней политики Приморья Захара Овчинникова, данные курсы организованы по поручению главы региона Олега Кожемяка по просьбам самих жителей. Становись! Два, по правую руку от меня! Становись! Первое отделение, команда! Первое отделение ко мне, внешне не становись! Занятия будут проходить по выходным дням до 11 декабря с 10 до 16.00 на базе учебно-методического центра «Авангард» ДОСААФ России Приморья по адресу город Владивосток, проспект Столетия, 57А. По окончании обучения будут выдавать сертификаты о прохождении учебного сбора по начальной военной подготовке. Анна Дьякова, новости на Восьмом.